В частном секторе города Обь топит улицы и участки. Талая вода пришла с полей, и теперь из некоторых домов нельзя выйти. Местные жители были вынуждены ночью и утром вытаскивать вещи из гаражей и делать ограждения из мешков с песком. С места событий репортаж Марии Черешневой. Да тут я свою территорию вроде знаю, тут у нас было поровнее. Теперь по собственному участку можно ходить лишь осторожно, на ощупь выискивая, где помельче и где нет риска увязнуть в размокшей глине. Местные жители опомниться не успели. Вода затапливала улицы и участки стремительно. Первые признаки грозящего паводка люди заметили еще накануне вечером. Позвонили в администрацию, якобы в МЧС, приехали, посмотрели и сказали, да ничего страшного, до утра ничего не будет. А она за ночь тут все затопила, и к нам уже пришла где-то вода, наверное, в 6 утра. И вот за 2 часа она все вот так вот заполнила. Ну вот соседям она болеет, у нее дети в школу не пошли, и вот вообще не выйдут. Потому что тут мы хоть как-то себе насыпали и щебенку, а у них там глина. Причина паводка вовсе не разлившаяся река. Талая вода пришла из полей окружающих город. Вот явно рукотворная траншея, именно по ней потоки воды бурным ручьем текут в сторону домов. Впрочем, как видно, пострадали и дачные участки поблизости. Их тоже затопило. Если дачники к весеннему половодью привыкли, то здесь в последний раз подтапливало 7 лет назад. Но не настолько сильно. Спускаешься с крыльца и сразу почти по колено, даже глубже. Чтобы вода не попала в гаражи, люди постарались преградить ей путь мешками с песком. Помогло, но не особо. В некоторых местах уже стало гораздо глубже, и вода все еще прибывает. Целый день сюда приезжают то представители городской администрации, то сотрудники МЧС, решают, как перекрыть доступ воды в жилые кварталы, сколько техники нужно, чтобы ее откачать. Люди тем временем спасают, что могут. Нес коробку, дно вывалилось, плавают книги. Вода – лучшее лекарство, вода для здоровья. Павел Попов грустно шутит. Ирония судьбы. Его дом – один из самых пострадавших от паводка. Во-первых, вода прибывает, электропроводка достаточно низкая. Котел уже, газовый котел. Отопление уже опасно включать. У меня напольный котел, он тоже на полу стоит. Потом канализацию всю в грибную яму. Она мне герметичная, но ее скрыла. Пока хозяевам остается одно – переносить вещи на верхние этажи и ждать. Вот наглядный пример. Участок размытой дороги, по которому низкие седаны, пока еще проезжают. Судя по стремительному потоку, воды в полях еще очень много. Мария Черешнева, Константин Стремоусов. Новости здесь, Новосибирск.